Первые выставки в традиционном формате вновь прошли в Баку. В прошлом году ввиду пандемии коронавируса провести их не удалось. И вот в столичном экспоцентре в течение 3 дней действовали 2 международные экспозиции – сельское хозяйство и пищевая промышленность. Профессионалы отрасли встретились в Баку, чтобы восстановить деловые связи и заключить выгодные контракты. Корреспондент CBC Альбина Абдурахманова побывала в выставочном центре и сейчас расскажет нам о самом интересном. Здравствуй, Альбина. Как прошла встреча предпринимателей спустя долгого перерыва? Здравствуй, Мехрибан. Посетив выставку в первый же день, я стала свидетелем, как зарубежные компании, а их было ровно 237, соскучились по живым встречам. Итак, 14-я по счету выставка «Каспиан Агро 2021 и 26-я азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность Интерфуд Азербайджан» проходили в течение 3 дней. Все это время мы наблюдали колоссальный интерес их участников. Перед нашими национальными стендами образовывались очереди. Каждый хотел ознакомиться с местной продукцией. В свою очередь, большое внимание проявлялось и в отношении стендов почти 30 зарубежных стран. Многие фермеры нашли желаемые продукты именно здесь. Прямо на месте между компаниями заключались соглашения и контракты. Это первые выставки за последние 18 месяцев, то есть, которые организованы в постпандемический период. И надо отметить, что компании очень соскучились по этим живым встречам. И несмотря на ограничения в перемещениях, в этом году в выставках принимает очень серьезное количество участников. Экспозиция выставки впервые развертывалась в 4 центральных павильонах, а также на 2 открытых площадках Баку-экспоцентра. 67% площади были заняты иностранными стендами. Это показывает интерес данных компаний к рынку Азербайджана. Мы в Азербайджан уже больше 10 лет продаем наши техника. Наш официальный дистрибьютор является 4S. И мы уже поставили больше 600 машин. Мы лидер по продажам дождевальной машины в Азербайджане. И я очень доволен, что наконец состоялась эта выставка. На выставке мы принимаем участие в Азербайджане действительно первый раз. Но на рынке Азербайджана наша продукция представлена с 2016 года. То есть мы уже более 4 лет осуществляем поставки в Азербайджан. От выставки, конечно, самые позитивные ожидания. То есть мы ожидаем, что мы расширим свою клиентскую базу, увеличим объемы поставок в страну, то есть расширим ассортимент представленной продукции. Как и в предыдущие годы, выставки охватывали различные сферы аграрно-промышленного комплекса: сельскохозяйственную технику, животноводство и птицеводство, корма, ветеринарию, растениеводство и инновационные технологии в сельском хозяйстве. Отличием этого года стало то, что на выставках отдавалось предпочтение смарт-технологиям. Каспиан Агро 2021 и Интерфуд Азербайджан проводились в условиях новых реалий. Как известно, Азербайджан вернул свои земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет. И сегодня главная цель, стоящая перед государством, это восстановление освобожденных территорий. Именно поэтому выставка этого года стала площадкой для заключения договоров и привлечения инвесторов в Азербайджан, заинтересованных в участии в процессе реконструкции земель. Мехрибан, я рассказала о самых главных моментах Каспиан 2021 и Интерфуд Азербайджан. У меня на этом все. Спасибо большое, Альбина. Будем надеяться, что выставки и впредь будут проходить в традиционном формате. Будем надеяться. Спасибо.